Всем привет! Вы на канале MyGadget, меня зовут Денис, и сегодня для вас я настоящий ангел любви. Потому что наступает самый романтичный праздник этого года. Конечно же, это 14 февраля. Это праздник любви, романтики, свиданий, всяких там сюрпризиков. И, как всегда, мы решили вам помочь с вашим ломанием головы, а что же подарить своему партнеру. Вот мы для вас подготовили 11 классных, как нам кажется, подарков, которые добавят немножко романтики в ваши отношения. И давайте начнем с подарка под номером 1. И начнем мы с малыша, который сможет запечатлеть ваши самые счастливые, радостные моменты. Это фотоаппарат моментальной печати Fujifilm Instax Mini 12. Цена на момент записи видео 15 990 рублей. Давайте я вам чуть подробнее расскажу, что это за такая суперштучка. Гаджет, который идеально подходит для портретной съемки. В режиме крупного плана он автоматически разместит ваши лица посередине. Нажали на кнопку, и через 90 секунд у вас в руках фотографии с вашими счастливыми улыбками. Ну или не очень, зависит от ваших отношений, я в них не лезу, это ваше дело. Но есть один маленький такой неприятный минус. Картриджи, естественно, нужно покупать отдельно. В стоимость фотоаппарата они не входят. У этого гаджета есть видоискатель, который четко определит границы фотографии, а также счетчик кадров, который вам поможет понять, если вдруг у вас проблемы с математикой либо с памятью, сколько у вас еще осталось кадров и через сколько щелчков вам придется покупать новый картридж. На фотоаппарате установлено зеркальце для селфи. Ну, понятно, для чего, чтобы вы видели, как себя снимаете. Потому что очень жалко потратить кадр и понять, что фотка, не очень. Фокусное расстояние у этого фотоаппарата 60 мм. Также, если вдруг в комнате или в помещении света недостаточно, а ваши сердца не пылают огнем любви, то фотоаппарат сам автоматически использует вспышку. Поэтому не переживайте за качество ваших фотографий. У этого фотоаппарата, последнее, что хочется сказать, подытожить всю эту историю, есть один маленький минус. Он вызывает привыкание. Я это говорю, потому что он у меня есть. Вам постоянно хочется фоткаться, покупать картриджи и еще раз фоткаться. И ваша квартира в какой-то момент превращается в склад ваших счастливых фотографий. Ну как это минус? Просто определенная особенность. Мне кажется, это даже плюс, потому что показывает, насколько это крутой, классный, невероятно прикольный подарок. Ну а мы переходим к подарку под номером 2, и это вафельница KitFort KT1693. Цена на момент записи видео 2890 рублей. Если вдруг вы та самая пара, которая обожает совместные завтраки, типа проснулись, как в мультфильмах Disney, типа вместе, сели за стол, позавтракали, такие красивые, прям пара с Pinterest. Если вы хотите быть парой с Pinterest, обязательно покупайте себе вафельницу, потому что куда без нее для вот этих, Pinterest завтраков. Да, потому что красивый завтрак, он всегда с вафлей. А эта вафельница поможет вам, воплотить эту идею в жизнь. 5 минут, и у вас на столе вкусные, хрустящие, сочные бельгийские вафли. Антипригарное покрытие избавит вас от необходимости использовать лишнее масло. Это какой-никакой, а плюсик в ПП-карму. Индикаторы показывают, что вафельницу включили и что происходит нагрев. Есть ручка регулировки температуры. В общем, с ней легко и просто готовить вкусные, нежные, хрустящие, поджаристые вафли. Если вы любители и фанаты вкусных завтраков, эта вафельница, этот подарок специально для вас. Мы переходим к подарку под номером 3. Погнали. А подарок под номером 3 – это беспроводной блендер Greenova. Вот так вот. Цена на момент записи видео – 2800 рублей. Этот подарочек поможет сделать ваш завтрак не только красивым, но и самое главное – полезным. Причем этот малыш перемалывает не только фрукты и овощи, у него 6 лезвий. А значит, он легко перемалывает орехи, кубики льда и другие твердые предметы. Заряжается, как и все в этом мире, он от Type-C. Одного заряда хватает на 30 чашек смузи. Он, первое, герметичен, поэтому его можно легко взять с собой на работу, на свидание, просто погулять. В отпуск, если вы не можете жить без смузи, поехали куда-нибудь, смузи себе сделали, ходите, кайфуете. Вот такая вот история. Я даже вот так специально буду разговаривать. Поэтому герметичен, портативен, то есть не надо его постоянно заряжать, не надо подключать в розеточку,
Зарядили один раз, 30 чашек выпиваем. А главное, он компактный, небольшой, поэтому вмещается в любую небольшую сумочку. Есть разные цвета, можно подобрать под себя, под интерьер, напоминаю, под девушку. Выбирайте, какой вам нравится. Кто переживает за безопасность? Ну, например, вы носите этот блендер в сумочке, и там все, паспорт, ключи, телефон, в общем, кобзда. Не переживайте, здесь система двойного нажатия. Чтобы блендер начал работу, его нужно дважды запустить. Ну, то есть дважды нажать на кнопочку, и тогда блендер начнет работать. Это сделано не для того, чтобы вас побесить. Чтобы дети его случайно не включили, или в сумке он не начал работать. Все, поэтому можно не переживать, кайфовать и делать себе смузи. Но раз уж мы купили этот блендер, то какого? Нам не попробовать его в деле. Сейчас приготовим смузи. Готовим классический коктейль. Бананы, клубника, молоко. Идеальное сочетание. Все, есть, хорошо. Так, все сделали. Естественно, предварительно мы эту штучку помыли. Ну, чашу мы помыли. Не надо сразу достали с коробки, сразу готовим. Нет, помойте сначала. Все, дальше закручиваем вот так вот. Блендер не начнет работать, если вы герметично не прикрутили чашу к самому блендеру. Так, как я и говорил, два нажатия. И блендер начинает работать. Можно немножко сделать вот так вот, чтобы ингредиенты лучше перемешались. На всякий случай, по крайней мере, производитель советует это делать. Все. Закончили. Откручиваем. Опа. Ё-моё. Ваше здоровье. Ну, слушайте, все окей, все вкусненько, ароматненько, нет никаких кусочков больших, то есть это блендер превратил наши ингредиенты в однородную массу. И неважно, это мягкий банан или твердый кусок ледяной клубники. Но здесь нет ни кусочков льда, ни огромных кусков клубники. Ну, огромных я имею в виду, там, не знаю, миллиметра два. Нет, это однородная, пюрешная, ну, понятное дело, воздушная масса, потому что, когда происходит вот этот смерч, то ваш коктейль, вот, видно, наполняется кислородом. Это такой, да, кислородный коктейль. Мне вкусно, классно, прикольно. Поэтому берите его с собой, в любой момент времени накидали туда ингредиентов, молочка вот так вот купили, и сразу коктейльчик у вас готов. Ну и финальный тест, нужно проверить, насколько его удобно мыть. Производитель обещает, что делать это просто. Какая схема мытья этого блендера? Добавляем воды. Вот. И капаем немножко моющего средства. Оп, вот такой вот смузи у нас получится сейчас. Дальше подключаем. Плотненько закрываем. Напоминаю, если не герметично, блендер не работает. И нажимаем. И, собственно, происходит процесс мытья. По крайней мере, схема должна быть такой. Проверяем, насколько она рабочая. Ну вот, в принципе, видно, что чистый, красивый блендер. Ну, просто под водичкой еще полосните, и все, и будет видно. Но блендер полностью очистился. Я напоминаю, у нас была клубника, банан, молоко. Но вы видели, весь блендер был загажен. Все, 30 секунд, и он снова чистенький. Класс! 5 из 5. Ну что, а мы переходим к следующему подарку. Погнали. Четвертый подарок соединяет радость девушек, когда им дарят цветы, и радость парней, когда им дарят конструктор. Получается Лего набор полевых цветов. Цена на момент записи видео 5500 рублей. Шикарный романтичный подарок. Подарит вам несколько вечеров совместного собирания цветов. Но не в поле, а на полу, вместе, рядом, рука об руку, в вязаных носочках. У-у-у-у.
Просто невероятный романтик. А потом готовый набор будет долго радовать вас своей красотой. И если девушка, например, вам скажет, что «что-то ты давно мне не дарил цветов», вы можете легко сказать, что предыдущие еще не завяли. Вот они стоят красивые, радуют нас. Зачем нам еще букетики собирать? Потому что меня всегда в цветах бесило, это, знаете, ну, сиюминутность. Ты подарил, и проходит, день, два, недели, месяц, и все. Цветы, которые ты купил за 2-3 тысячи, увяли. В наборе 16 стеблей, и их высоту можно менять. Из почти 1000 деталей можно собрать букет из гербер, васильков, лютиков и других цветов. А если к этому добавить еще один набор лего букет цветов, там букет полевых цветов, здесь просто цветов, можно собрать композицию большую и красивую, как ваша история любви. Жаль, что парфюм и все для макияжа не найти в коробке из-под лего. Но слава богу, что для этого есть золотое яблоко. Бежать через сугробы не надо, мы оставили ссылку в описании. Там можно найти все для макияжа, ухода за лицом, телом и волосами. И миллион всего, что вгоняет парней в ступор. Чтобы этого не случилось, подарите своей любимой подарочную карту золотого яблока. Пусть сама выберет себе подарок, как сильная и независимая девушка. Подарок под номером 5. Это универсальный гаджет для любого романтического путешествия. Портативная Bluetooth-колонка Now Go. Цена на момент записи видео 7990 рублей. Давайте разбираться. Свидание в горах или на берегу озера с мягким, теплым светом и приятной музыкой. Что может быть романтичнее? А с ней это можно воплотить. Now Go весит всего лишь 850 граммов. То есть можно держать в одной руке колонку, в другой девушку, слушать Анну Асти и гулять на свежем воздухе. Вау! Для того, чтобы воспроизводить музыку, есть USB, Bluetooth, AUX. А аккумулятор на 5200 мАч позволит вам слушать музыку до 15 часов. Ты реально так можешь? Вау! Слушать музыку можно даже под звездным небом, потому что эта колонка, это еще... Вот такой вот я ловкий. Это еще и фонарь для кемпинга. Можно настроить теплый свет, холодный свет. Эта колонка не боится ни дождя, ни снега, благодаря влагозащите IPX6. Это на самом деле колонка перочинный нож, которая поможет вам в различных жизненных ситуациях. Например, ваш телефон разряжается, и вы такие: вау, хорошо, что у этой колонки есть функция пауэрбанка. Powerbank. Подключаем USB. Подключаем Type-C. И происходит зарядочка. Ну, мало ли, во время вашего свидания у вас закончились темы для разговора, можно подключить телефон и нагуглить какие-нибудь новые, например, как ты относишься к вареной спарже. Ну, я надеюсь, что у вас таких проблем нет. Желаю вам долгих, счастливых, радостных путешествий вместе с колонкой Now Go. Ну, а мы переходим к следующему подарку. Подарок под номером 6 – это капсульная кофеварка Polaris. Цена на момент записи видео – 12 тысяч рублей. Можно использовать как капсулы, так и обычный молотый кофе. Уже через 30 секунд после включения вы можете готовить обычные или двойные порции любимого горячего ароматного напитка. Итальянская помпа с давлением 20 бар. Мощная, но достаточно тихая. Корпус из нержавеющей стали. Кнопки с подсветкой, компактный вид. Эта кофеварка не только классная с точки зрения функционала, но и с точки зрения внешнего вида. Интуитивно понятно, ничего лишнего. Из съемных элементов только насадки для капсул, фильтр для молотого кофе и резервуар для воды. Он, кстати, 800 мл. Теперь пить горячий кофе с пенкой в кровати могут не только герои рекламных роликов, но и вы. Подарок под номером 7. Легкий, элегантный, красивый робот-пылесос Volmir F550 Sapphire. Цена на момент записи видео 28 900 рублей. Сколько времени в нашей жизни мы посвящаем уборке, заботе о чистоте, когда могли бы все это время посвящать друг другу, любви, нашим отношениям? Так вот, специально для вас есть робот-пылесос. Именно он возьмет заботу о чистоте вашего дома на себя. Тем более, им так легко управлять через приложение или голосового помощника Алису. Хотя почему или? И через приложение, и через голосового помощника.
есть не только функция сухой уборки с тройной фильтрацией, но и три режима влажной уборки. Причем в углах тоже будет чисто благодаря щеточкам и мощной силе всасывания. И под низкой мебелью, потому что высота робота-пылесоса всего лишь 76 мм. Маленький, сильный, мощный робот-пылесос старается, чтобы в вашем доме было чисто. Технология SmartTrack – это умная камера и датчики удара, высоты, эха. Благодаря им этот робот-пылесос отличник по предмету ориентирования на местности. Он сканирует до 98% территории и сам строит карты. А вы в этот момент можете строить планы на выходные. Пока он работает, вы отдыхаете. Волмер пропылесосит ковер даже с ворсом до 2,5 сантиметров. И благодаря японскому двигателю сделает это тихо, как и всю уборку. Подарок под номером 8. Именно этот подарок поможет подготовить вашу одежду к свиданию, потому что это ручной отпариватель Citrus 400 от Steam One. Цена на момент записи видео 16 990 рублей. Всего полминуты, и он нагревается до нужной температуры. Объем резервуара 400 мл позволит вам разглаживать одежду в течение получаса. О заломах на ткани можно больше не переживать благодаря мощному потоку пара. И самое главное, он абсолютно безопасен для деликатных тканей. У Citrus 400 стильный дизайн и покрытие Soft Touch, поэтому его не только удобно, но и приятно держать в руках. А главное, весит он чуть больше килограмма, поэтому его легко можно взять с собой в какое-нибудь романтическое путешествие вместо этого огромного, тяжеленного, здоровенного утюга. Чтобы, знаете, мятами по улице не ходить, чтобы не позорить маму, что потом скажут? Мятые, некрасивые, невоспитанные. Вот чтобы такого не было, вещи можно разгладить с собой, взять, отпаривать их всегда. В комплекте есть мешочек для хранения и специальный крючок-присоска, поэтому отпаривать вещи можно абсолютно в любом месте. Ну а мы переходим к следующему подарку. Погнали! Подарок под номером 9. Этот гаджет идеально подойдет для совместных вечеров. Свечи, бокал вина и проектор Yumio. Цена на момент записи видео 7700 рублей. Портативный умный кинотеатр, который удобно брать с собой, ну, в какую-нибудь, опять же, романтическую поездку. Работает он на андроиде, поэтому легко совмещается с ноутбуками, смартфонами, компьютерами, колонками и другими гаджетами, которые, ну, есть необходимость подключать к кинотеатру. Есть встроенные приложения онлайн-кинотеатров, есть, конечно же, ютубчик. Поэтому вы легко сможете со своей второй половинкой смотреть любимые фильмы, сериалы, передачи, обзоры и все, что вам нравится. Разрешение Full HD и оптимальная цветовая передача. Два встроенных динамика создают объемное звучание и превращают любую комнату в настоящий кинотеатр, где вы сможете каждую минуту наслаждаться своими любимыми сумерками. Ну, я не знаю, другой фильм, который подходит под романтическое свидание. Уж простите. А главное, в вашем личном кинотеатре любые места, которые вы выберете, это места для поцелуя. Подарок под номером 10 мы подготовили для тех, кому уже немножко за 30. Это массажер Xiaomi Mia Mini. Цена на момент записи видео 6100 рублей. Пистолет, который расслабляет фасции, снимает мышечные зажимы, боль и усталость. Весит всего лишь 370 граммов, поэтому его удобно держать одной рукой. Емкость аккумулятора на 2600 мАч хватит на то, чтобы вы 13 часов подряд делали друг другу массаж. Есть три режима, от щадящего до более интенсивного. Это и ежедневный расслабляющий массаж, и восстановление после тренировок, и там, например, активных трудовых будней. В комплекте несколько насадок, плоская, сферическая и U-образная. Все вместе они образуют вибрирующее удовольствие для вашей спины, в том числе поясницы, рук, ног, плеч, ну и всего, на что вы направите этот пистолет. Интеллектуальное кольцо показывает и цветом, и светом, какой режим, ну, насколько интенсивный режим вы выбрали. В общем, классный подарочек. Я даже думаю, это не для любимой, а подарочек для себя любимого. Потому что 14 февраля – это день всех влюбленных, и никто не запрещает вам быть влюбленным в себя. Это нормально. Кайфуйте, не стесняйтесь. А мы переходим к финальному 11-му подарку. Подарок под номером 11. Это максимально, ну, наверное, даже самый романтичный подарок из нашей подборки. Это набор для 3D-слепка рук. Цена на момент записи видео 1500 рублей. Получается еще и самый бюджетный подарок, но при этом не менее классный.
Давайте разбираться. Сделать вместе собственную скульптуру и запечатлеть вашу привязанность друг к другу в виде рук, что может быть милее. Для этого в наборе есть все необходимое. Это итальянская слепочная масса, белый скульптурный гипс и инструменты для отливки и обработки шедевра. С помощью подробной инструкции все получится даже без академического образования. Материала хватит на большую мужскую руку и на аккуратную женскую. Ну или даже на самом деле на три. На папу, маму и ребенка. Получится такая небольшая семейная скульптура. Да, конечно же, не в полный рост, а только руки. Слепочная масса абсолютно безопасна для кожи и не вызывает аллергии. Причем, что интересно, 3D слепок вашей руки получается с отпечатками пальцев и другими микрочертами. Мне кажется, это очень классно, что на полку можно поставить не какой-то банальный пылесборник, а наши прикосновения и чувства. Ну, друзья мои, на этом все. Главное, помните, не важно, сколько стоит ваш подарок. Главное, чтобы в него был вложен смысл. Чтобы он нес в себе внимание, заботу и любовь. Ну, а нам будет приятно, если какой-то из гаджетов, какой-то из предметов, ну, вам приглянулся, и вы захотите подарить его своей второй половинке. В принципе, об этом и напишите нам в комментариях. Ну, а вы были на канале MyGadget. Не забудьте подписаться, поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий. Ну, а меня зовут Денис, я с вами прощаюсь. Пока, до новых видео. Пока! И я пошел делать себе массаж. Thank you.